Приветище, это Человечок-паучок, а именно Майлз Моралес и его суперспособности. В прошлой серии я купил этот замечательный костюм с такими белыми глазами, отдающие холодом. Сейчас я его покажу. Вот он, такой крутой. Смотри, у него еще на рукавах, как у Бэтмена, такие акульи плавники. Ну, в общем, выглядит очень классно костюм. Этот костюм еще был в мультике, только в нем девочка бегала. А тут пацанский такой мощный костюм. Короче, мне он зашел, очень красивый. И вот в нем мы пойдем покорять. Покорять Фину. И просить прощения. Или не просить прощения, не знаю. Ой. Внимание, это ваша последняя возможность улучшить снаряжение и способности перед финальным эпизодом. Ну, все это я уже сделал, так что давай, финальный эпизод, погнали. Музей закрыли на реконструкцию, и подполье решило занять его. Фина наверняка внутри. Опа, снайперок. Надеюсь, я смогу увидеть взрыв. Ну что, давай втихаря, наверное, попробуем. Значит, вот этого нокаутируем. Его вроде никто не палит. В невидимость. Опа, он улетел куда-то. Упрыгал. Пока его не палят, давай нокаутируем. Спалился. Снайперы сейчас меня ушатают на. Ю-ху! Пока, ребят. Вы же не прыгнете в воду, правильно? Смотри, он прям на меня. Читер, он смотрит прям на меня. Сквозь стенку. Ты не можешь меня видеть. Костюм весь провонял. Костюм провонял. А нефиг было палиться. Нельзя расслабляться. Да никто не расслабляется. Давай-ка наверх. Сейчас попробуем с ними разобраться. А ну-ка, с моей башни! Паучок сказал избиение. Блин, все сюда прибежали. Сейчас будем мучить этих чувачков. Нокаут. Бадых. Блэбэдэдых. И этого тоже нокаут. Красава. Давай, наверное, попробуем использовать наши электрошокеры. Вот так вот туда пульнем. Ребят, подходите, смотрите, что там. Там очень интересно. Бах. Снизу никого, этого можно нокаут. И в стелс. Ой, 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 я вышел из стелса случайно. Случайно вышел из стелса. Давай вон тут тетечку как-нибудь шандарахнем. А давай, знаешь, что мы сделаем? Вот так вот. Галадрон такой появился, приветствую, теперь я тебя обучу, или что он там сказал? Смотри, смотри, файт! Чипсы, пожалуйста, и сок мне притащите, буду смотреть. О, снайпер сейчас еще. Ой, а я встал. О, он сюда запрыгнул, круто! Черт, ребята, не палите меня, не палите, не палите. А, они спалили. Готов? А ведь и в плен могу. Магеш, магеш. Красавелла. Вообще всех ушатал. По красоте. Черт! Все, нет тут Человека-паука. Готово? Крис, ты где? Крис в ауте. Ты че прячешься? Сразись со мной, говорит она. А я здесь. Ку-ку. Привет, пока. Увидимся в следующей жизни. Посмотрим, что у них тут за охрана. Какая охрана? Я всех уничтожу. Нет у них охраны. А, он про вот эту охрану. Такой же барьер, как в кинотеатре Джим. Понятно. Нужно опустошить генераторы. Давай отрубать генераторы. А, не сюда, не сюда, мы только запер... не в воду. Пожалуйста. И обесточены. Нужен новый источник питания. Например, вон тот гигантский мобиль. Гигантский мобиль, где ты его видел? А, вон та штука. Ого. Вот. Ага, так сойдет. Короче, смотри, тут несколько шариков, я их все могу крутить. Вот, их тут именно три штуки. Вот, подкрутил один. И у него, видишь, пимпочка есть, вот эта вот. Мы сейчас от нее попробуем зарядить наш генератор. А, вот сюда, вот, смотри. Есть. Один подключен. Вот так. Отлично. Липкая и проводящая. А, еще бы. Теперь заряжаем, точнее, высасываем энергию. Готово. Есть один. Отлично. Один есть. Следующий.
Мы сюда сможем подключиться? Давай проверим. О, да, можем. Отлично. Да, должно сработать. Кажется, сработает. Проверяли уже. Минус еще один генератор. А их 4, по-моему, да? Еще парочку. Раз и два, да. Ну, собственно, все. Со всеми генераторами разобрался, обесточил их. И сейчас, по идее, должна открыться та дверца. Даже, давай. Да, все обесточено, все отлично. Сейчас будем выламывать и врываться. Сейчас сломаем игрушечку. Сломай игрушечку. Смотри, чтоб тебя не сломали. Ну, погнали. Ку-ку, есть кто-нибудь дома? Какие холодные глаза, источающие холод и прохладу. Фина, ты здесь? Отличная идея покричать, чтобы тебя все услышали. Это наитупейший образ спалиться. Тут, кстати, прикольненько, красивенько. О, смотри, могу что-то почитать. О, скорб. Победа на научном конкурсе. Наш преобразователь на выставке. Мы так гордились. Мы так гордились, но все просрали. Бывает в жизни огорчение. Да, взрослая жизнь, она не сладкая. О, сюда можно пройти, нет? Нет, туда. О, у меня даже глаза-то, смотри, светят. Они подсвечивают мне вместо фонарика. Прикольно. Очень интересный класс. Тайник, а тут что? Подполье. Давай откроем. Обязательно все ломать. Можно же было простенько открыть. Хотя, наверное, там на замке было. Опыт получили. Нам наверх. Фина! Слушай! Давай со всем разберемся! Ты и я! Да. Она наверняка у нашего проекта. Дальше в зале. Так она тебя и послушает. Делаем ставочки. Послушает нас Фина или нет? Прикольно, тут всякие космические корабли. Ну, все-таки музей. Классно тут. Вон там что-то светится, нам походу туда. Пойдем, сходим. Лестница на бошку прилетела. Идем, Капуша. Хочу посмотреть на наш проект, добро пока вас. Мы еще молоды. Где инновации будущего, реалии настоящего? Ладно, я иду. О, мы в воспоминаниях. Эй, отлично. Где наш проект? У меня в телефоне есть карта. Наш проект на временной выставке на верхнем этаже. И там табличка с нашими именами, как у настоящих ученых. Сегодня научный центр Аскорпа. Завтра... Возможно, Нобелевская премия. Да, да, Нобеля, ж Нобеля тебе еще далеко, чувачок. Хотя, если ты изобрел костюм... Нет, он не изобрел костюм. Это же Пит изобрел костюм Человека-паука. Вот Пит достоин, а ты еще малова для этого. Подрасти надо. Можем почитать, что тут вот, например, вот это что такое. Больше, чем вы думаете. 95% морского дна пока не исследовано. Океан может стать новым фронтиром для человечества. Даже странно, мы так мало знаем о своей планете. Что это за костюм? Этот водолазный костюм один из первых, разработан в начале 18 века. Первый водолазный костюм защиты от давления был сделан для спасательных работ. Сегодня такими костюмами пользуются рабочие, ученые и исследователи. Понятно. Как думаешь, можно примерить? Очень хочу взглянуть, как ты будешь ходить в этой штуке. Уж не хуже, чем ты в тех туфлях на весеннем балу. Да ладно тебе. У твоих каблуки были еще выше. Особые экспонаты наверху. Вон лифт. Есть время сначала осмотреться. Да, что-то как-то не особо. Жилые модули космические. Ну, тут и так все понятно. Какие-то метеориты, солнечные панели. Мы и так все это с тобой знаем. Мы же скоро на Марс полетим. Ну, в смысле, не мы с тобой, а люди. Какие-то люди. О, марсоход какой здоровый. Так кто же Рик придет? Он только что написал, что садится в метро. Значит, через 30 минут или через 2 часа? Типа того. Хорошо, что твой папа нас подвез. А, вот. Это лифт? А с мигалками? Нет, это не лифт. Еще быстрее. Где тут лифт? Да, лифт, пожалуйста. Шороху. Найдись.
А, вот, тут, ну вот, мы возле лифта, это трясемся-то. У вас есть билеты на временную выставку? Оу, наш проект на выставке? Нам не нужны билеты. Нужны, и билетов уже нет. Не могу пропустить вас. Все равно спасибо. Тьфу ты. Нормальные герои всегда идут в обход. Она сказала, билетов нет. Ага, но видишь там дверь? За ней коридор, который ведет к лифту. Нельзя же просто вломиться. Но ведь надо! Завтра выставку разберут, и мы ничего не увидим. Заперто. Сейчас Фина что-нибудь придумает. Я узнаю этот замок. Если на него посветишь, он откроется. В телефонах есть фонарики, но их свет туда не достанет. Надо просто просунуть под дверь что-нибудь отражающее. Отражатель. Хорошо бы такое, чтобы включался и отключался. Непостоянный, в смысле, форму меняет? Ты смотри, умных слов нахватался. Замолкни. Фина вечно подстебывает. Короче, в музей нам нужно найти какой-то отражатель. Нужно что-то зеркальное. А, просканировать я не могу ничего. Только вон та тетка подсвечивается зеленым. Та вредная тетка, которая нас не пропустила. А, где бы нам что найти? Вот тут что-нибудь можно оторвать? О, давай сыграем. Давай, просто дави на кнопку. Так ты сдаешься? Ни за что. Блин, увязался в какую-то фигню. Давай, черт, я должен победить хотя бы где-нибудь. Ну. Да, моя ракета быстрее улетела. Понятно, Фил. Вот так. Мои пальчики работают шустрее. Я тебя обошел. Спортивный азарт. Приз получен. Хорошо. Ищем какую-нибудь блестяшку. О, смотри, какие прикольные штуки. Давай посмотрим. Сплав с памятью. Я могу изменить форму в музейном приложении. Повернуть, сменить форму. Давай ничего повернем. Ничего себе. Ну, есть. Бери. Только незаметно. Взять. Есть. Просто пошли. Со стенда свистнули. Вот хулиганы. О, извини. Все нормально. О, это ж Питер. Надо что-то зеркальное. Интерфейс внешних устройств взаимодействует с компьютером командного модуля. Мы можем сделать то же самое, но с нейроинтерфейсом. Центральное питание не потянет. Смотри, а там снова эта фигня появилась, которую мы стащили. Так, ладно, Питер рассказывает всякую научную нудную фигню, поэтому мы бежим. У нас свои дела. Ну чё, Фина, ты где? Фина? Фина, ё-моё. Я просто... Где ты там шляешься? Иди сюда! Толкай эту штуку, а я подсвечу. Или мне что-то надо еще найти светящийся. Ну-ка, давай почитаем. Найти инструменты, чтобы открыть дверь. А, ну да, я не все нашел. Эй... Вот, что-то подсвечено, давай сходим. Что это светильники какие-то? Ну, точно, да, плафоны светящиеся какие-то или светодиоды. О, смотри, солнечные зеркала с клейкой стороной. Самое то, чтобы обмануть световой замок. Прицеплю наклейку на металл, идем. Ну, капец, это смешно. Пришли в музей, трогают экспонаты, что-то даже стырили. И соорудили какую-то фигню, чтобы открыть дверь. Ну, это фантастика. Ну ладно, для игры пойдет. Если в кино такое возможно, то и в игре тоже. В реальности такое я не прокатило бы. Скажи, когда наклейка будет направлена на сенсор, и я включу свет. Пока на нас никто не смотрит, надо спешить. Просто гений проникновения. Врубаем фонарик. Нет, не совсем. Ну сейчас я форму сделаю другую. Как-то не так. Как-то не так. Повернем. Повернем. Вот так вот. Свети фонариком. О, пожалуйста. Сработало. Получилось. Идем. Наш проект ждет. Сколько тут костюмов. Это было шикарно. Мне будет не хватать наших приключений. О чем это ты? Здрасте. Ты со следующей недели учишься Visions, а я нет. Я никуда не денусь с этой планеты. Будем тусить вместе. Ты будешь занят. Не настолько занят. Я найду для нас время. Серьезно? Ладно. Я сейчас разрыдаюсь. Ну все, погнали наверх. Привет, пап. Привет, Майлз. Привет, мистер Дэвис. А, тетка, смотри, ты офигела. Веселитесь, ребята. Не забудьте сфотографировать свой проект. А, да подумаешь.
Еще как подумаешь. Ладно, ладно, давай сфоткаемся. Люблю тебя, пока! Мы на месте. Наш проект в конце. Думаешь, наш конвертер уже подключен? А иначе какой смысл? Только надо биомассу подавать. Может, к мусорке подключить. А можно в это кресло сесть? Такое кресло интересное, как будто там VR-чик. Значит, наш проект в конце. Вот это вот наш проект. Вот наш это проект. Вот. Вы только поглядите. Это же ученые, отмеченные награды. Нам не сказали, что мы на особой экспозиции. Билеты нужны. А ты как прошел? Я купил билет. А как вы прошли? Это не важно. Станьте поближе. Сделаю фотку. Давай ты в кадр. Ты же нам помогал с проектом. Да, да. Ладно, ладно. Подвинься. Вот так. Скажи аллели. Ну нет, не скажу. О, привет, подруга. Фина, ты должна знать. Я не желаю тебя слушать. Ну вот. Я должен сказать, что случится с реактором. Да расскажем, расскажем. Что делаем вначале? А, подожди. Давай вот этого бугая сейчас. Бум. А теперь вот так вот. Бум. А, он, прикинь, сквозь паутину меня как бомбанул. Да, конечно. Опа-на. Я вот. Да. Вы что? Что вы творите? Капец, чуть не сдох. Ты представляешь, чуть не сдох. Куда ты делся? Вот у негодяя, конечно. Злостный негодяй. Получили? Ай. Готов. Ай, красиво. Ай, хорошо, как ты сел ей на башку. А, рассказывай кому-нибудь другому эти сказки. Экран разбил. Ужас. Не-не-не, ты меня не достанешь. Сверху его, вот так. О, по красоте. Ну вот. Мой любимый музей. Ай. Давай отхилимся чутка. А теперь в стелс. Кто будет первым? Кого наказать? В смысле, это как ты меня видишь, а, дружочек? Дружочек. Куда ты упрыгала, Ну, капец. Ладно, я тогда наверху побегаю. Подожди, пока у меня восполнится стелсяра. О, ко мне тут чувачок запрыгнул. Хочет попытать свои шансы. Привет. Ага, сейчас. Так я тебе и дал ударить меня. Ну хватит! Ну хватит! Не прячься от нас. Смотрите, какая интересная штука. Пойди, полетай. Все, с этими разобрался, чуваками. Огонь. О! Не-не-не-не-не-не-не. Только что пришли подпольные. А еще я видел танк Рокса. Все вылезли из гарема перекрыты. Ты где? Рядом с твоей квартирой. Мы ищем убежище. Идите в магазин Тео. Я скоро буду там. Мы постараемся спрятать людей, пока можем. Закончи с ними, прежде чем вернусь в Гарлем. Так, магазинчик Тео снова с нами. Это хорошо. Никому не разрешу стрелять в меня. Ох, умудрился. Умудрился как-то не подорваться. Это хорошо.
Да, осталось тетки Нормуз. Нормуз, мус, мус. Ой! А чё там? А, у меня ничего нету, кроме вот этих вот голодрончиков. Смотрите, голодрон застрял. Ловите. Голодрон, выручай, помогай. Ты мне нужен. О, как он там их раскидывает. Красава. Включаем паутинку. Привет. Нади. Там, по-моему, щитник прилетел к нам, да? Да, вон он, щитник. Ну чё? Давай посмотрим, кто круче. Я проиграл такому гадёнышу? В смысле, я не гадёныш, я красавчик. Давай ты упадёшь. Ты слабак, человек-паук. Ха, лови. Слабака увидел тут. Ну и все, ты последний, да, по-моему, красавчик? Или красотка? Все, ушатал всех вроде. О! Это ты как так висишь? Блин, походу игра заглючила. А, нет, вон там еще сверху кто-то есть. Ребят, я-то думал, что... Что это было? Вообще не понимаю, как это произошло. Вы меня не видите, да? Вот тебе сюрприз! Походу, нам только наверх. О, мы выбрались из музея. Все, короче, нам теперь в Гарлем надо. Галки, ответь! Как идет эвакуация? Плохо. Кругом Роксон и подполье. Как на войне? Вы в безопасности? Как мама? Мы не добрались до... Связь пропадает! Ты где? В Ганке! Если ты меня слышишь, я уже иду! Держись там! Пожалуйста! Может быть, напоследок метро? А? Прикольно было бы. Вот нам отсюда, пожалуйста, метро. Не, нельзя использовать. Эх, но было бы здорово. Я спешу и захожу в метро. Ни разу не видел бури.